Здравствуйте, мои дорогие зрители! Эта история потрясла людей по всему миру. Ведь такое случается раз в 480 лет. 40 врачей принимали эти роды. Тысячи интернет-изданий писали про эту новость, снимались репортажи и ток-шоу на телевидении. Супруги Александра Кинова и Антонин уже воспитывали 3-летнего сына, когда они узнали о новой беременности Александры. И у жены, и у мужа в роду были близнецы, поэтому они ожидали, что беременность может оказаться многоплодной. Это подтвердили и медики, уже на первом УЗИ супругам сказали, что детей будет несколько, поэтому пара готовилась к рождению двойни или тройни. Но уже через месяц врач шокировал Александру сообщением, что малышей будет 5. 2 июня на 31 неделе беременности она родила 4 мальчиков и 1 девочку. Уникальных ребятишек назвали Даниэль, Майкл, Алекса и Мартин. Роды прошли благополучно, малыши появились на свет путем кесарево сечения. В Чешской Республике это первый случай, когда пятерня была зачата естественным путем. Статистика в стране ведется с 1949 года, и за весь этот период не было ни единого упоминания о подобном случае. А шанс зачать пятерню составляет 1 к 47 миллионам, или примерно раз в 480 лет. Растить 6 детей – большое испытание для молодой семьи, поэтому неравнодушные люди помогают им одеждой, деньгами, подарками. А власти Чехии подарили Киновым квартиру и предоставили Александре и Антону в помощь 2 нянь, которые помогали супругам до достижения малышами 3-летнего возраста. Сейчас пятерняшки уже заканчивают 3 класс, им очень нравится учиться. Надеюсь, у них все замечательно. А вы, дорогие зрители, хотели бы пятерняшек? Только честно. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Друзья, поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале, мои дорогие зрители, до скорой встречи.